сорт томата ирландский полосатый. Этот сорт родом из США. Вот такой вот красавчик. Зелено-красно-зеленый. Оранжевые полоски на нем. Плодоножки, небольшое оранжевое пятно. Очень красиво, эффектно смотрится такой томат. И на кустах, и на столе. Это среднеспелый, среднерослый сорт. Высоту обычно он достигает до 1,5 метра. Обычный лист у этого томата. И плоды весом от 180 до 300 грамм. Очень красочные, очень красивые. Помидоры плотные. У них плотная кожура. Поэтому они могут очень долго храниться. Используют этот сорт как для салатов, так и для заготовок томата и кетчупов. Употребляют в свежем виде. И посмотрите, какой красавец этот томат в разрезе. Темно-малиновая мякоть с белыми вкраплениями, как звездочки. Томат многокамерный, мясистый и очень сочный. Сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Всем рекомендую. По вкусу замечательный томат. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.